вами Саня Игрушкина и мой смайлик. Сегодня мы будем делать открытку маме на 8 марта. Для этого нам понадобится карандаш, листочек, на котором мы будем писать, и фломастеры. Сейчас мы будем подписывать, кому мы будем писать. Давайте подпишем. И восклицательный знак. Теперь будем писать стих. Стих у меня уже подготовлен. Давайте я вам его сначала прочитаю. С 8 мартом поздравляю, счастья, радости желаю, будь здорова, весела, любимая мамочка моя. Давайте сейчас напишем. Вот мы записали стих, сейчас мы будем рисовать рисунок. Рисунок цветы. Так, давайте нарисуем розочки. Нарисуем сами розочки. Давайте нарисуем одну красную, одну розовую и одну тоже красную. Так. Аккуратно, чтобы ничего не вылезло. Тут еще красная у нас. Вот так. Теперь мы нарисовали розочки. Теперь у каждого цветочка вот будет свой букетик. Давайте его аккуратненько нарисуем. Давайте закрасим все пробелы. И вот это. Вот так вот. Подрешиваем все. Мы уже нарисовали обертки. Теперь мы будем рисовать банты. Здесь мы будем банты рисовать. Сначала вот здесь нарисуем. Тут какие-то, нормально. Там тут. Ну, мы с вами еще раскрасим. Давайте теперь раскрасим. Теперь мы их раскрасим. Ну, а что еще смотреть? Розовые будут цвета. И тут уже не видно, что тут розовый. Ну ладно. Здесь еще что-нибудь можно написать. Там любимая, моя любимая мамуля.
Давайте напишем. Я буду сейчас, ну, я раскрашиваю сердечко. Я уже разукрасила сердце. Сейчас мы будем подписывать кому. Это мы будем разукрашивать черным. Давайте напишем. Я подписалась. Сейчас мы будем обводить рамочку. Это мы будем делать желтым. А я зачем-то взяла зеленый. Так. Ну что ж, продолжим. Сейчас мы их раскрасим. Так. Ну, что теперь? Мы обвели, теперь мы все поставим маленькие звездочки. Сейчас почти все готово, а теперь последний штрих. Нам надо обвести любимой мамочке. Вот обвести, например, это зелененьким. Вот, давайте. Любимой мамочке. Мамочке. Вот так. Вот такая вот у нас получилась открытка на 8 марта Маме. Всем пока, с вами была я, с вами Игрушкина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!